Здравствуйте, друзья, мальчики и девочки, господа и дамы. С вами из-за забора в режиме самоизоляции, а также социальной дистанцированности дядя Юра. И продолжаю рассказ про жизнь нашу скорбную в условиях коронавирусной инфекции. Подходит к концу еще одна неделя вот этого подвешенного состояния, состояния неопределенности. И, как я понимаю, в ближайшее время эта определенность не появится. И традиционно я должен дать совет какой-то вам. Но совет давать не буду, поскольку, я думаю, у вас уже советчиков выше крыши. Но от идеи чего-нибудь сказать я не отказываюсь. Поэтому вместо совета я дам небольшое пожелание, ребятки. Единственное, чем вы сейчас обладаете, и вам кажется, что это неисчерпаемый ресурс, это ваше время. Не, ребятки, я хочу вас разочаровать, время конечно. Рано или поздно заканчивается. И как тратить свое время, часть своей жизни, зависит только от вас. Вы можете сидеть около экрана телевизора и страдать с утра до ночи. И получать от этого соответствующие результаты. Если бы за страдания начислялись бонусы, или как-то государство поощряло страдальцев, да я бы сам первый бы начал страдать и собирать свои слезы горючие в стаканы, потом переливал бы в ведра. Но, ребятки, мы живем не в сказке, и наши страдания волнуют только нас. А остальным они и страдания постольку поскольку. И еще одно пожелание. Не ищите виновных в том, что произошло с вами, с миром, с вашим окружением. Путь тупиковый, ответа на этот вопрос нету. Сразу задавайте вопрос, что делать в этой ситуации. Это наиболее такой реальный подход к жизни. Иначе просто утонете в поисках виноватых. Слушайте, давайте снова к собакам. Канал-то все-таки про собак. Вот бежит жертва с режима самоизоляции. Это я про Дюшу. У него перхоть появилась. 3 года не было, вот сейчас появился. Почему? Да потому что спасется около кухни и получает много всяких вкусняшек. Нужно завязывать. Ну хочешь? Ну попробуй, лезь тогда. Давай. Давай, Дюш, вперед. Еще. Так, смотри, себе пузо не пропари. Хрюнь, брысь. Все, Дюш, обезопасен, иди сюда. Дюша, иди ты, придурочный. Снимай, Ларис. Ну давай, давай. Ну что за умница? Тихо, ой. Подержи. Ты снимай. Стой, Дюша. Юрка, держи. Ты шлепнешься, я тебя не удержу. Давай, вперед. Молодец, иди сюда. Нет, туда, Юрка. Разворачивайся, Юрка. Назад. Быстрее. Вот ты что, бревнышко. Давай, вперед. Хорошо, молодец. Вот такой брюшко. Сидеть. Брюш, до меня посмотри. Буду ручкой за эту штуку держаться, чтобы не свалиться. И ну вот так вот поставлю. Уже понял. Дышать. Оп. Не. Оп. Юрка, перед. Давай.
Вот, молодец. Ну, наконец. Вот. Можешь, если захочешь? Юж, давай. Вперед. Иди. Ич. Молодец. Ичу. Уйди, зайка. Что ты, Шуня? Чё орал-то? Шуня. Шунь. Чё мяв? Что, Дюш, охраняешь? Ты зачем перчатки? А зачем ты перчатки прибрала? Конечно. Отдай Ларочке. Рюнь. Ларочке. Он с ней спал. Понятно. Он с подоконника это его стащил. Вот это на подоконник такой. Все, Дюша. Ты молодец. Иди, помогай Ларочке. Иди. Кому сейчас хорошо, так это, наверное, птичкам, потому что на кормушку прилетает их очень много, разнообразные. Ну, благо, у меня тут прямо на подоконнике стоит пакет с семечками. Как говорил Марк Твен, никогда не отказывайся делать добро, если тебе это не сулит большими убытками. Вот так. Ну, а кот Шуня, осознав все прелести режима самоизоляции, социального дистанцирования от ротвейлера Дюшки, переселился на второй этаж. Так что полдня он проводит там и спускается, ну, когда идет на охоту. Ну, как вот с этим вот играть, вот с этим здоровым псом? Задавит, он ему тут на лапу наступил, вот Шуня хромал. Ну, такой какой-то, не совсем для таких котов предназначенная игрушка. Традиционный призыв. Мальчики и девочки, господа и дамы, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчики, топите нас в лайках. Вам будет счастье, нам будет мотивация. А внизу под роликом есть ссылки на соцсети. Заходите, смотрите. Кстати, я тут залогинился в ТикТоке, и он у меня выстрелил, пошел. Одних лайков 100 тысяч. Это круто, я так думаю. Не знаю, что с ними, правда, делать, но прикольно. Выходи. Хорошо спалось на кроватке? Иди. Понял. Дюш. Иди сюда. Дай ему выйти. Будет сейчас как баран стоять. Все, выходи. Клокастый есть. Шуня. Пока я здесь зеркала намываю, Дюшка напросился с Ларочкой прокатиться в магазин. Мы ездим раз в 3-4 дня закупаться, а ему это интересно. Смотрите. Сейчас, Дюш, тебя сейчас прихлопнет. Ага. Сквозняк, куда есть сквозняк. А куда ты собрался, Дюш? Он знает, куда он собирается. Да, у него свои дети, свои дела. Поэтому что ты пристаешь? Куда? Давай. Почему жарко в машине? Ты зря идешь. Ты ж сиди.
хорошо, молодец. Выходи. Давай, Дюша. Помогай Варочке. Беги. Беги, беги. Ну, быстрей. Умница. Где Ларочка? Давай, помогай, беги. О, Дима, Латинка, пойдем за подарком. Ну, сходи, сходи. Давай, давай, Дюша, иди Ларочке помоги. Тима Ладченко, пойдем. Сейчас. Пошли, Дюша. Ларюнь, ну дай ему хлеб пусть. Пошли. Ларюнь, пошли, пошли. На этом заканчиваю. До следующих встреч. Дядя Юра, Ларочка, Дюшка и Шунька. Удачи вам, ребята.